Сегодня на улице всего минус один, а к субботе температура станет еще ниже. Но для закалки ничего необычного, говорят любители зимнего плавания. Они еще шутят, что в воде не мерзнут, а наоборот, греются. При этом сама вода пусть и с плюсом, но отметка столбика термометра замирает всего лишь на 0,7 градусов. 18 декабря около этой самой проруби на стадионе ЦСКА соберутся целых три команды таких пловцов из трех регионов России. Здесь пройдет первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания. Вот для чего это вообще производится, этот фестиваль проводится? Для того, чтобы люди могли оценить пользу закаливания. Каждая мастер-площадка, мастер-класса, она представляет собой отдельный вид закаливания. В комплексе это единая система закаливания, то есть объединяющая все эти способы закаливания. И это позволяет, скажем, в отсутствии ледяной воды можно использовать какой-то другой вид закаливания и постоянно находиться в системе тренировок, постоянно тренировать свой иммунитет. Таких площадок мастер-классов будет 6. Каждую проведет, так сказать, морж-профессионал. Расскажет и про обливание, и закалбег, а также почему полезно чередование термопроцедур. Будут и показательные выступления, такие как эстафетный заплыв и марафонское плавание на 300 метров. Две дорожки натягиваются на нашей акватории, то есть поплавки обозначают край рабочей зоны плавания. Вот. Соответственно, используют все виды плавания. Баттерфляй, брас и кроль. Ну, кроль, как мы знаем, самый такой активный и скоростной вид плавания. И чтобы не наскочить на бортик, на поплавковую дорожку, у нас стоит маркер. Всего выступят 35 человек разных возрастов. Самому старшему 73 года, младшему 5. Дошкольники, кстати, представят зрителям отдельную показательную программу. При этом самих зрителей к плаванию в холодной воде не допустят. Погружаться нужно подготовленным, говорят любители зимнего плавания. Какую бы пользу для иммунитета не несло закаливание. А именно правильному закаливанию и научат на фестивале закаливания и зимнего плавания, которое пройдет в субботу с 10 утра на стадионе ЦСКА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».